Здравствуйте, это канал Максимадзе, и продолжаем опять после долгого отсутствия Super Mario Bros. Wonder. Вообще, вышел он в декабре прошлого года, или может даже раньше, не помню конкретно. И сейчас июль, а мы до сих пор его проходим. Не очень-то это нормально. И, в общем, давайте продолжать проходить вот этот мрачный мир. И остановимся. Начнем, наверное, с этого уровня. Луч света в темном доме. Как. Я уже забыл кнопки, если честно, за это время. Блин. Возможно, задавайтесь вопросом, почему видео стали выходить чуть реже. Что-то я в последнее время уставать начал больше. Почему-то. Бывает так, что. Вот сегодня за дипломом, например, ездил. Последний раз в колледж, наконец-то. И, собственно, это... Приехал, что-то... Аж уже лень было вчера. Вернулся с деревни, уже не хотелось как-то ничего. Но сегодня все-таки после диплома я решился записать видео. Вот как тут механизм это действует, ничего себе. Да ёшкин кот, давай. Так, угадай, в какую войти. Ёшкин кот, вот это да. Вот такого монстра я не ожидал, если честно. И тут еще будут такие, да. Стрёмно, конечно, это. О, пригодится. Как бы забраться? А. Блин. Кружится, да. Так. Да что ж ты будешь делать? Невидимые преграды. Вот я не всегда люблю уровни с домами-призраками, потому что бывает много дверей, и не понимаешь, какую войти надо. Как? А, у меня же нет шариков, ё-моё, огненных. Забыл. И, кстати, призраки не уничтожаются огненными шарами. Тоже забыл. Так, ну семечко всего одно. Так, сменим персонажа. У нас же поочередно все идут. Шесть надо. У нас как раз шесть их. Тихий уголок, жилье новые руины. Вот так название. Вот у нас значок какой-то, я уже даже забыл, что он означает, если честно. На R надо нажать, чтобы понять. Ой, не на эту R, вот на эту. И я не помню, если честно, как им пользоваться, ну да ладно. Потом, может, вспомним. Но если я его надевал, значит, он для чего-то полезен. Приветик. Здорово. Ой!
Ну и фиг с ним. Так, еще желчь, вот это вот жуткая. Ой. Не, монеток этих и так много. Опа, что это у нас? Да, фиг с ним. Я не помню, что это дает, и она улетела фиг знает куда. Что это за сияние? Что оно значит? Я не знаю, зачем я это достал. Но раз уж достал, пусть будет. А это наоборот, наверх двигается у нас, значит. Понятно. Ой-ой. О, дрянь. Еще вот так в трубу. Так, конец, наконец-то. Это секретный выход был, что ли? Ну, уровень не посчитали. Пройденным как бы. Вот вы где. Похоже, вы кругами ходите. Я в этой шахте много лет работаю. Думаю, что в Шеленовых руинах есть еще один выход. Предлагаю воспользоваться значком локатор, который я вам отдал. Он поможет прояснить ситуацию. А, локатор значок. Когда я работал на руднике, нашел вот этот гриб жизни. Возьмите, пожалуйста, он вам наверняка придется. Ну вот, отлично. Так, ну туда нас не пускают, потому что здесь нам туда действительно, похоже, не пройти. Ну-ка, R. Так, реагирует при приближении к важным предметам, таким как чудо цветок или цветочная монетка десятка. А. Ну, видимо, нам придется попробовать еще раз. Будет непросто найти другой выход, но должны же попробовать. Что наверху? А, нет, там ничего. Думал, вдруг там выход секретный этот имеется. Здорово, еще раз. Ну, какой это
Так, дрянь. У меня есть предположение, что выход может быть где-то вот в этих примерно частях, где вот эти вот фигни. В всяком случае, вряд ли он там, где монетка десятка находится. Вот так. Эй. Это бонус чисто выдается, ничего больше. Ну тут я был. Понятия не имею, зачем нам туда. Набрать, наверное, не буду. Может там что-то? Ой! Может это и есть? Значок локатор вот этот срабатывает. Ну-ка. Ну как забраться туда? Может быть этот значок? Может быть вот это нам поможет? Хотя вряд ли. Ну-ка, подождите, сейчас попробуем. Не-не-не, сейчас попробуем. Вот так. Не, ничего здесь нет. Не, ничего здесь нету. Опа! Куда это нас тащит, блин? Нет! Даже не вздумай. Что за ерунда происходит, блин? Так, и куда же нам нужно? А может туда? Великолепно, вот мы и нашли этот самый выход, ё-моё, который надо было нам... изначально еще направиться. Оба. И два семечка получили мы. Так, сменим персонажа на Адету. И куда бы нам направиться? В какую сторону? Испытание значка лозахват. Ну попробуем, давайте. Что за лозахват у нас вот такой? В воздухе нажмите R или встряхните контроллер, чтобы выпустить лозу, которая прикрепится к стене. Давай!
А только... Она в какую? Только в одно направление может, что ли? Попробуй в прыжке. Так. Не совсем точно. Да что ж ты будешь делать? Блин, запутаться можно. Не сдавайся. Вот так. Прыжке, говорите? Блин, промазал. Эффектно было сейчас. Чуть-чуть не допрыгнул. Чуть-чуть скатился. Хорошо, дело идет. А на флагштоке это можно применить? И... Опа! Можно, конечно. Все можно в этой игре. Мы получили новый значок. Ну и давайте нацепим, может, действительно пригодится. Ну и теперь у нас снова будет Марио в игре. Какой у нас тут уровень? Тихий уголок 2, шаткие останки. Собирая суперзвезды одну за другой, можно продлить эффект неуязвимости. Ох, ё-моё, как тут все ошатывается. Вот эти цветки собирать надо, чтобы этот семечко добыть можно было. Ой, не ту кнопку нажал я, блин. Ой. Интересно, а это у них во рту соска или это язык такой? Если это язык, то, блин, это ужасно.
О, жизнь. Гриб жизнь. Это нужная вещь, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, уведомление опять приходит, на которое мне бессмысленно сейчас отвлекаться. А, на нее нельзя запрыгнуть, я думал. Вдруг там какой-нибудь секрет находится. Ой! Да блин. Улетел шар этот опять. Я забыл, что с ними вот так делать можно. Они против этого пустое место. О! Тоже эффектно было, я бы сказал. О! Вот что нам надо достать. Только если мы его догоним. Блин. О, что это за... скользкое... Ой. А, блин. О! Ух ты, черт, а! А чекпоинта, по-моему, там не было, да? А, нет, был. Пауэрапов и все никаких нету. Все истратил. С таким семечком-то сложно будет. С такой вакханалией сложно будет проходить, конечно. Ай, блин, кто знал, что так будет? Ах, да что ж ты будешь делать, а? Что-то с носом еще проблемы немного у меня. Да что ж ты будешь делать? Да куда ж ты прыгаешь-то? Так, вот сейчас даже будет потруднее, потому что я маленький.
Блин, я сейчас опять упаду, наверное, тут где-нибудь. Ой. Оп. Опа. Семечка, 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 стой! А как мне выбраться отсюда сначала? Могу ли я отсюда маленьким вообще выбраться? О. О, есть. Сейчас главное не проиграть. Опа. Это финиш уже был. И два семечка. Какая-то труба. Так, Луиджи. Что это за подземелье такое странное? Что это у нас? Победи и проходи, грибная арена. Значок, значок. Я думаю, тут... пригодится больше этот автогрипп. Наверное, все хочется. Вот это я основном это будет. Что больше нравится? Что с этим делать надо? А. А, понятно, что надо с этим, с ними делать. Подвести их надо. Поближе к свету. Они же боятся света. Ну их убивать куда сложнее, чем кого-то другого. Опа, с этими легче было. А тут угадай, в какую войти, что ли? А убивать вообще кого надо? Ой, о, блин! Ой. Ой, жуткие монстры. А, теперь вот эти хрени. Ой, блин.
Кадр прикольный получился. О, благодарю, благодарю. Спасибо за ваши аплодисменты. Одиннадцать тут надо, а у нас целых 12 штук этих. А там сколько, 5 звезд, что ли, было? Нет, 4. Ядовитые развалины. Возможно, пригодится... Мы нашли путь вниз, не знаю, как мне благодарить вас за помощь. Надеюсь, мы с моими друзьями все в порядке. Будьте здесь предельно осторожны, это последний участок с руинами. Тут может быть очень опасно, да, судя по количеству звезд, это очевидно. Пока что опасности я не вижу никакой. Может быть, дальше будет, но пока я не наблюдаю ничего подобного. Ой! А куда? А, это вниз надо было. А вот и опасности начинаются. Эй! Я не знал, что он так умеет. Ой-ой-ой-ой, блин. До чекпоинта я же... А, да, до чек... А, чекпоинт был. Да блин, что-то... Че это я это... Не знаю. Так, вот это пригодится. Ой, спешить надо. Поднимается ведь жидкость. Вот, кстати, вот тот прикол, что вот может в этом костюме стрелять вот этими пузырями и даже прыгать по ним, это напоминает мне одну Ява-игру на 70C65 была такая. Bubble Boost называется. И там, блин. И там, короче, тоже
были разные, разного рода пауэрапы в виде пузырьков. И вот розовые пузырьки, если взять, то можно с помощью них лесенку выстраивать и по ним двигаться. Это вот напоминает, вот это вот цветок фиолетовый очень напоминает. Это опять не тот выход, да? Похоже, вы ходите кругами. Здесь я много лет здесь работаю, опыт подсказывает мне, что в ядовитых развалинах есть еще один выход. Предлагаю воспользоваться значком локатор, который я вам отдал, он поможет прояснить ситуацию. Ах да, когда я работал на руднике, я нашел гриб жизни. Возьмите, пожалуйста, он вам наверняка придется. Опять то же самое, да? Значок локатор. Попробуем. Но я не увидел четырехзвездной сложности, на самом деле, на этом уровне. Бывали и гораздо сложнее. Ну, видимо, туда надо все-таки. Это единственный путь, видимо. Дотянуться до тех зеленых цветов я не мог никак. Ей нельзя было двигать, пока вот она падала. Ой, я чуть не забыл про вот это. Значок локатор. Вот жаль, нету этого гриба. Ну это к монетке, наверное, локатор этот подводит. Здесь еще пока ни к чему. Такое чувство, что мне наверх надо, но как мне добраться туда? Сейчас попробуем понять, наверное. Там нечего делать уже. Но он будет до бесконечности, видимо, делать так. Но туда наверх я не заберусь никаким образом. Я другого пути здесь не вижу, только туда. Может быть, это не тот путь, но
Опа, семечко. Вернее, вакханалия пока еще. О, опять в пузыре в этом. Да блин, я опять туда же пришел ведь. Я опять туда же пришел. Нет, слушайте, надо... Надо еще... Надо разобраться, как пройти уровень. И сделаем, наверное, это в следующей серии. Я посмотрю, как его проходить. А, на сегодня все. С вас такой подписался. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой этот влоговый канал. Спайдербу ВКонтакте. И всем пока.